И в продолжение темы медицины. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Росздравнадзора приостановить работу частной клиники «Медицина-24/7», одной из крупнейших в столице. Вопросы к руководству клиники возникли после того, как здесь приняли пациентку с инсультом. При этом лицензии на оказание кардиологической помощи у медучреждения не было. Светила медицины из платной больницы пообещали продлить женщине жизнь, но спасти ее не смогли. Женщина скоропостижно скончалась на 72-м году жизни. Это один из нашумевших примеров за последнее время. Сколько таких случаев остается за закрытыми дверями медучреждений? Можно только догадываться. Врачебные ошибки судом признаются крайне редко. О качестве оказания медицинских услуг в Тверской области в материале нашей съемочной группы. К сожалению, положительные отзывы в интернете, яркие билборды, многообещающие рекламные слоганы порой играют одну из ключевых ролей при выборе клиник жителями Верхневолжья. При этом, хватаясь за жизнь, многие жители региона искренне полагают, чем выше стоимость услуг, тем больше шансов на выздоровление. Но чудес не бывает. В итоге, при неблагополучном исходе, забывая, что ответственность за свое здоровье человек несет сам, мы готовы винить кого угодно, только не себя. Чтобы помочь жителям региона сориентироваться на рынке медицинских услуг, медиахолдинг «Тверской проспект» запускает масштабный проект. Наши корреспонденты попытаются дать объективную картину и проиллюстрируют существующую реальность на медицинском рынке, выяснят, соответствует ли качество медицинских услуг заявленным ценам и рекламным обещаниям. Многие забывают, что бесплатность оказываемых в государственных клиниках медицинских услуг – понятие относительное. На самом деле они тоже платные. Только платит за них не пациент напрямую, а фонд обязательного медицинского страхования, куда работодатель перечисляет сумму в 5,1% от официального дохода своего работника. То есть, если ваша зарплата составляет, к примеру, 30 тысяч рублей, то работодатель обязан ежемесячно перечислять в фонд обязательного медицинского страхования 1530 рублей. Получается, что выбирая частную клинику, пациент платит как бы дважды, надеясь, что уж за деньги, а часто за большие, медицинская помощь будет ему оказана по высшему разряду. Тем более, что в этом горожан постоянно убеждает как наружная, так и телевизионная реклама. Поверив рекламным обещаниям одного из известных медицинских центров Твери о наличии современного оборудования и высококлассных специалистов, тверичанка Галина Русакова обратилась в это медицинское учреждение. Здесь у девушки диагностировали вполне распространенную гинекологическое заболевание – эрозию шейки матки. Тверичанка, со слов подруги Елены Бурдуковой, регулярно наблюдалась в этой клинике, сдавала необходимые анализы, проходила лечение. Но в результате через полтора года Галине поставили страшный диагноз – рак шейки матки. По-женски были как бы проблемы, там эрозия, но именно вот шейки матки. Ну, наблюдалась, лечилась. Непонятно только теперь, вот почему, от чего ее лечили. Заметили очень поздно, и уже стадия была слишком высокая. Пациентку уже с третьей стадии рака направили в онкодиспансер. Только там помочь женщине уже не смогли. История болезни Галины Русаковой вызвала общественный резонанс. Женщина даже стала участницей программы на федеральном канале. Вот что она сама рассказывала столичным журналистам. Мы взяли необходимые анализы на первом этапе. Кольпоскопию взяли, цитологию тоже на анализ и анализ на ВПЧ. Вирус папилломы человека, который пришел положительным. Наличие вируса папилломы человека говорит о том, что пациент попадает в группу риска онкозаболевания. Галине назначили лечение, состояние улучшилось, но ненадолго. История повторилась. Та же клиника и опять анализы в норме. На этот раз решили эрозию прижечь. Во время процедуры там отсеченные участки отправляются на анализ на гистологию. И уже по гистологии пришло, что обнаружены раковые клетки. То, что ты наша пациентка, у тебя онкологическое заболевание, это 100%. Это видно сразу при первом визуальном осмотре врачом. Я говорю, а как же так, у меня в течение года все анализы были хорошие. Месяц назад анализ вот этой жидкостной цитологии мне не показал наличие типичных клеток. Она сказала, потому что была нарушена техника взятия анализа. Передавай привет своему доктору, вот. Тогда уже Галине биться за правду не было ни времени, ни сил. Все свои жизненные ресурсы она направила на борьбу с онкологией. Ей удалось отвоевать 3 года жизни. На лечение в Германии собирали всем миром. История тверичанки поразила европейского профессора. И он даже не взял деньги за свою работу. Весной 2018 года Галину прооперировали. Удалили лимфоузлы с метастазами. Временно помогло. Но в ноябре женщины не стало.
Надо отметить, что рак шейки матки – распространенное заболевание, которое легко диагностируется и на ранних стадиях успешно вылечивается. Тем не менее, Россия, согласно статистике, занимает 5-е место в мире по этому заболеванию. Только в 2018 году в мире умерли от этого заболевания 311 тысяч женщин. Причем из них немалый процент молодых – 30-40 лет. Поэтому женщинам, особенно 35+, стоит внимательно следить за своим здоровьем, говорят медики. Но часто ли мы прислушиваемся к ним? Куда чаще мы полагаемся на русский авось и пребываем в уверенности, что беда пройдет стороной? О здоровье мы задумываемся только, когда начинаем его терять и оказываемся на больничной койке. При этом у всех россиян есть возможность регулярно проходить медицинский осмотр. С 18 лет все без исключения могут бесплатно сдать анализы и провести комплексное обследование, в результате которого можно было бы выявить заболевание на ранней стадии. Более того, работодатель обязан предоставить в этот день оплачиваемый выходной. До 40 лет медосмотр можно проходить раз в 3 года, с 40 лет до предпенсионного возраста каждый год. Все, что требуется от пациента, прийти в поликлинику на голодный желудок. Впрочем, и Галина, по рассказам подруги, была внимательна к себе. Так что же пошло не так? Считается, если женщина умерла от рака шейки матки, то кто-то еще виновен в ее смерти. Или это сама женщина, которая не приходит к врачу, или это система здравоохранения. Есть нюансы и по взятию мазка, и ложноположительные, и ложноотрицательные, но сейчас рак шейки матки диагностируется очень хорошо. Возникает вопрос, а кто понес ответственность за такое врачевание? И может ли быть уверен потенциальный пациент этой клиники, что с ним ситуация не повторится? Нашей компании с учетом такого подхода остается лишь рекомендовать своевременно брать консультации у специалистов других клиник, в том числе государственных. Как это сделала героиня второй истории Яна Кокарева. Так же, как и первая девушка, желая сэкономить время на очередях, Яна обратилась со своей проблемой в платную клинику Центромед. Для того, чтобы поставить правильный диагноз и назначить лечение, врачи рекомендовали девушке сдать большое количество дорогостоящих анализов и пройти ряд обследований в этой же клинике. Яна, поняв, что платная медицина ей не по карману, обратилась в государственную клинику по месту жительства. Да, пришлось немного подождать приема узких специалистов из-за их большой загруженности. Но в итоге девушка по записи попала к врачу, который внимательно ее осмотрел, выслушал и дал направление на все анализы и обследования, которые были сделаны абсолютно бесплатно. По моему опыту, государственные поликлиники, даже некоторые врачи работают лучше, чем в частных. В частных, ну, я говорю, больше всего просто дерут деньги. Сегодня в интернете, на телевидении регулярно появляется информация, что врачи платных клиник часто ставят неверные диагнозы, проводят дополнительную диагностику, назначают ненужное лечение. И все ради денег. Такого же мнения придерживается и Яна Кокарева. Дополнительных услуг, например, с постановлением неточного диагноза, который подразумевает собой еще более длительные анализы, дорогие таблетки, лекарства, лучше подождать и обратиться к хорошему врачу, который работает в государственной поликлинике, по-моему, так. Конечно, такое мнение субъективно. В государственных поликлиниках по месту жительства за здоровьем человека наблюдают с самого рождения, и доктору легче поставить диагноз. Чего не скажешь о частных клиниках, где зачастую врачи впервые видят пациента. А потому для полной картины требуется дополнительное обследование. Кроме этого, не стоит забывать, что врач, как и медицинская организация, платная или государственная, несет в полном объеме ответственность за неправильно поставленный диагноз и лечение, в том числе ответственность уголовную. Однако дыма без огня не бывает. Не исключено, что встречаются и такие случаи, которые описала Яна в своем интервью, в том числе из-за корыстолюбия медицинских работников. Этой теме мы обязательно посвятим отдельные сюжеты и передачи. Подводя итог, можно сказать, что по большому счету нет разницы, куда обращаться – в платную или государственную клинику. Важнее учитывать такие моменты, как наличие лицензии у медицинского учреждения на оказание конкретных услуг, уровень оборудования, квалификацию специалистов, отзывы пациентов. Медиахолдинг «Тверской проспект» постарается представить своим зрителям объективную информацию по различным направлениям медицины, как то стоматология, ортопедия, кардиология, гинекология и другие, которые, мы надеемся, поможет им сориентироваться в огромном мире рекламных предложений. Мы намерены задать вопросы Росздравнадзору и юристам, как нужно действовать жителям Верхневолжья, чтобы не стать жертвой некачественных медицинских услуг за свои же деньги. Могут ли пациенты требовать лицензию медицинского учреждения и как она должна выглядеть? Если у вас есть своя история, вопросы по заданной теме, звоните по телефону 300 341.